Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария, 16 октября, 23-й год. Что у нас происходит в Болгарии? У нас, друзья мои, погода изменчива. Три дня ожидается таких очень холодных. Ветер, дикий ветер сейчас. Немножко выглянуло солнце. Ну, ребята, золотая осень. На улице, конечно же, очень красиво. Осень золотая вступила в свою пору. И если бы не все события, которые сейчас происходят, то просто можно радоваться хорошей погоде и красотам Болгарии вокруг. Вот. Но радоваться сейчас, вы понимаете, тут особо для радости нету каких-то предпосылок, потому что мы израильтяне. Естественно, нас очень волнует ситуация, происходящая в нашем государстве, потому что идет война. И огромное количество людей сейчас, моих подписчиков, на Фейсбуке, в Ютубе задаются себе вопросом пересидеть и уезжают. Я знаю очень много людей, это уже не единицы, которые быстро собрали детей, внуков и просто покупают билеты, чтобы пересидеть это тяжелое время пока что в тихой, спокойной Болгарии, в которой на сегодня ничего не происходит. Естественно, Болгария это, ну, естественно или нет, не знаю. Европейская страна, которая находится на Балканах. Сейчас здесь тихо, спокойно, и слава богу, и тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, постучим по дереву. Да, никаких здесь извечно, друзья, Болгария славилась тем, что в Болгарии нет антисемитизма. И как пишут мои болгарские подписчики, чтобы встретить здесь скинхеда или свастику, надо очень сильно поискать. Ну, то, что вот такие товарищи, они везде есть, я лично никогда не видел, не могу ничего сказать. Болгары добрые, гостеприимные, спокойные, толерантные люди ко всем религиям. В Болгарии живет очень много разных народов. Здесь живут турки, здесь живут христиане, католики, мусульмане, цыгане. Люди все спокойны, агрессии нету. И особенно вот мы живем в центральной северной Болгарии, рядом с Габрово в селе. Очень все добродушные люди, и все очень сейчас поддерживают нашу страну и задаются вопросом. В селе меня спрашивают, что происходит, как ваши дети. Дети у нас, друзья мои, нормально. Старший сын с супругой и с маленьким-маленьким внуком завтра прилетят к нам в гости. Ну, потому что в Ашкелоне, когда ребенок, которому наш внук, которому исполнилось год и месяц, ночью просыпается и воет, как сирена, это травмы. И если есть возможность, чтобы дети не находились сейчас, эту возможность, конечно же, надо использовать. Кто может уехать, пересидеть, ну, наверное, может быть, это какой-то выход. При том, что младший наш сын находится в боевых войсках, и делает то, что в данный момент делают все те, кто призван, наши дети, мужья, братья, которые защищают, в общем-то, армию, страну в армии обороны Израиля. Честь им и хвала. Меня очень много сейчас спрашивают, дает ли Болгария статус беженца для израильтян? Нет, друзья, Болгария не дает статус беженца для израильтян, потому что не дает. Израиль сейчас ведет войну с террором, Израиль не воюет с каким-либо государством. Но один болгарский подписчик написал, что в такой ситуации, опять же ситуация, я то, что сейчас скажу, это ничего не проверено, и нужно проверять и узнавать, что если человек находится в Болгарии разрешен на 90 дней, и если израильтяне находятся, то можно пойти в миграцию по месту его проживания, и попробовать просто продлить ненадолго эти 90 дней. Не знаю, нет ответа. Если будет какая-то информация, то, естественно, я сообщу. Эти вопросы нужно просто проверять в тех миграциях, где вы находитесь. Если вы находитесь, предположим, в городе Габрово, у вас нет никакого статуса, вы прожили 90 дней, 85, значит, через 5 дней вам нужно выехать из страны, иначе дальнейшее проживание здесь будет незаконным. Можно пойти в миграцию и задать вот такой вопрос. Это будет на самом деле четко понятно. Если вам скажут, что нет, значит нет. Если будут рассматривать, значит будут рассматривать. Это касаемо временного проживания. Очень много сейчас снова задают вопросы, как
официально можно приехать в Болгарию. Я освещал эти вещи на своем канале во многих видео. Друзья, если вы получаете пенсию по инвалидности, заслуженную пенсию или пособие на постоянной основе в Израиле, вы имеете право получить визу D в Болгарию на 6 месяцев проживания и за это время решить, оформлять ли вам вид на жительство. Это только в случае вот тех критериев, которые я сказал. Пенсия в Израиле в стране проживания на постоянной основе по каким-либо причинам. Тогда можно делать старт к виду на жительство и в дальнейшем к визе D и к дальнейшим ВНЖ. Для этого не нужно покупать жилье. Вы не обязаны что-то покупать. Если будет, нужно будет, я пишу свой WhatsApp в комментариях, в описании. Можете написать, можете позвонить. Если эти критерии подходят, я соединю вас с теми людьми, кто это делает, и говорите с ними. Потому что огромное количество обращений по этому поводу сейчас у меня спрашивают. Дима, как легализоваться? Как можно пожить? Ребята, принимайте сейчас очень правильные решения. Не время сейчас просто бежать. Корабль не тонет. Израиль, корабль не тонет. Сейчас нужно очень правильно взвешивать ситуацию. Если внуки, дети и есть финансовая возможность, уезжайте куда-нибудь, пересидите эту ситуацию, если есть на это возможность. И вот, это нормально, это правильный шаг. Детей, внуков нужно оберегать, пожилых людей нужно оберегать, армия со всем и с остальным справится. К сожалению, мне автомат не дадут, потому что у меня инвалидность. И наша помощь сейчас из Болгарии, моральная, логистическая, информационная, это максимум то, что мы можем сделать, и то, что я даю вам на своем канале четкую проверенную информацию. Описывать новости, которые происходят сейчас в нашей стране, в Израиле, друзья мои, это все в новостных лентах. Я сейчас не буду повторяться, я не историк, я не военный корреспондент и никогда им не являлся. Поэтому говорить сейчас, что там происходит, все, кто хочет, он это видит, он всегда на связи с друзьями, я постоянно в этом тоже нахожусь на связи, разговариваю. Спасибо, мне звонят мои друзья из разных стран, из всех стран, и спрашивают: Дима, что происходит и как вы с этим справляетесь. Справляемся нормально, справляемся без паники. Один из главных вопросов: сын с супругой и с нашим внуком, все, он выехал, он будет здесь в Болгарии завтра, мы встретим его. Ребята, самолеты летают, кто хочет улететь, можно улететь из Израиля. Вы можете купить билет до Кипра. С Кипра уже летают любые бюджетные компании, Визэйр, Ринэйр и всякая вот эта радость. Вы можете на Иляле долететь до любого города, куда летает Иляль. И оттуда уже стартовать в ту точку Европы, где вы думаете, вам будет комфортно. Я на самом деле, меня спрашивают, а может пересидеть в Турции? Ну, сами ответьте на этот вопрос. Стоит ли вам пересиживать в Турции? Сербия, не знаю, друзья мои, у меня насчет этих стран нет никакой конкретной информации. Да, Сербия сегодня предоставляет вид на жительство сразу же при покупке и, по-моему, аренде недвижимости. Сербия страна, которая не находится в Евросоюзе. Политической ситуации в Сербии вы можете опять же посмотреть, что там происходит и любят ли нас там. Нас, я говорю про нас. А вы уже принимаете решение. Никаких панических решений, пожалуйста, друзья. Я понимаю, всем очень тяжело, но перед тем, как сделать какой-то шаг, нужно очень хорошо, серьезно подумать, стоит ли его делать. В Болгарии на сегодняшний день, да, ваше проживание, оно будет намного дешевле, чем проживание в Израиле, по всем параметрам. Это от аренды жилья. В крупных городах София, Пловдив, Варна, Бургас, это крупные города, куда на самом деле, если вы с детьми, с маленькими, вам нужно выбирать локацию, что-то где-то крупный город. Потому что какой домик в селе сейчас пересиживать? Вам нужно, чтобы было где-то сетевые магазины, аптеки, больницы. И про долгое временное пересиживание, не знаю, сколько это все продлится. Но, по крайней мере, это дешевле. Можно снять квартиру, можно снять посуточно.
нужно ли вам снимать сразу на долгосрок, ответить я вам не могу. И, пожалуйста, не спрашивайте меня, в какой город я рекомендовал бы ехать. Я не знаю, ребята, это все от вас и от ваших, в общем-то, предпочтений и финансовой составляющей. Что сейчас делать, например, на Черноморском побережье? Конец октября месяца, друзья мои, сейчас не покупаешься, сейчас, наверное, там будет немножко, не то что скучно, немножко даже грустно, потому что Черноморское побережье, оно сейчас, естественно, пустое от туристов, сезон закончен, холодно, прохладно, людей нет, много магазинов закрыто, ну, туристический сезон закончен. Так что оценивайте ваше дальнейшее проживание, вот, исходя из этого. Как меня спрашивают, где покупать продукты в Болгарии? Друзья мои, Болгария — европейская страна, здесь есть все. Здесь есть, здесь, если многим кажется, что люди здесь до сих пор ездят на лошадях и с телегами, это да, это редко встречается, это нормально. Здесь нормальные дороги, здесь везде принимают кредитные карточки. И Болгария — это не страна третьего мира. Имеются здесь какие-то минусы, но, господа, правильно оценивайте. Забудьте то, что вы видели там во времена социализма. Здесь есть все. Как и в любой европейской стране. Дороже, дешевле, но есть все. Поэтому, извините, ну, оценивайте ситуацию правильно. В любом случае, в Болгарии, скорее всего, вам будет легче из-за языка, из-за толерантности людей. Пересиживать сегодня в Турции, в каких-то европейских странах, ну, про Россию, Украину я не говорю, там кто-то написал, что Одесса ждет израильтян, ну, Одесса, конечно, всегда ждет всех, это нормально, но не, я думаю, что не в данной ситуации на сегодняшний день. Вот, то же самое касается, не знаю, кому сложно мне оценивать. Ну, ни в Турции, ни в Германии я бы пересиживать сейчас не стал бы абсолютно. Абсолютно не стал. Это чисто мое мнение. Болгария, да. Есть возможность. Здесь подешевле. Если вы же не едете в отпуск. Спросили, куда поехать в отпуск, я бы сказал, ответил бы уже по-другому. Так что тут как бы вот такая ситуация, понимаете? Ам Исраэль хай хевре в леколь мединат Исраэль леколь хаелей цааль. Хевре, анахну геймбахем, атем хазаким, тишмируалец махем, в Израиль победит. А мы должны принимать наши правильные решения, исходя из ситуации в каждой семье. Хубав ден, шелехам йом наим хаварим шеле, and have you nice day from another country, from call people, see my channel in YouTube. Have you nice day.